Украинский независимый блок представляет. Здравствуйте! В эфире канала УНВ 18 выпуск 3 сезона презентации «Компьютеры и комплектующие». Тема презентации «Что делать, если исчез рабочий стол Windows 7?». Вперед! Работа с компьютером строится в основном на взаимодействии с рабочим столом, на котором расположены чаще других используемые программы и находятся папки. Но что делать, если пропал рабочий стол Windows 7? Где искать потерянную папку? Запускаем папку. Explorer. Текст, процесс, отвечающий за отображение рабочего стола на Windows. Если во время работы на компьютере происходит сбой этого процесса, весь интерфейс пропадает и остается только картинка, иногда и вовсе черный экран. Причинами такого поведения системы могут быть как обычные неполадки, так и серьезные сбои. В любом случае проблема решается достаточно просто. Рабочий стол. Обыкновенная папка, работа которой инициируется процессом Explorer. Текст. Поэтому ответ на вопрос, как восстановить рабочий стол Windows 7, очевиден, необходимо просто запустить процесс. Такой способ актуален только в случае, когда папка и путь к ней не повреждены, в противном случае Explorer. Текст будет работать некорректно. Восстановить работу процесса можно двумя способами. Первый. Через диспетчер задач. Второй. Посредством командной строки. Первый способ. Для него нужно вызвать диспетчер задач комбинацией CTRL плюс ALT плюс DELETE и кликнуть на панель управления PAIL. Выбираем создание новой задачи из появившейся окно вбиваем Explorer. Text. После этого действия рабочий стол должен появиться. Если этого не произошло, то используем второй вариант. Второй способ. Для реализации восстановления процесса через консоль необходимо запустить командную строку с администраторскими правами. Для этого нажимаем Win плюс W и в строку поиска вводим командная строка. Нажимаем правой кнопкой манипулятора и выбираем запуск от имени администратора. В консоль без всяких команд вводим Explorer. Text. Программа автоматически начнет запуск процесса. В случае удачи все значки рабочего стола вновь появятся. Средства восстановления. Если вышеописанный метод не помог или Windows загружается на момент черного экрана, на котором невозможно выполнить ни одно действие, то для возврата рабочего стола придется использовать средства восстановления. В этом случае можно выбрать запуск последней удачной конфигурации. Однако метод ненадежен, если компьютер заражен вирусной программой. Запускаем устройство в безопасном режиме и вновь вызываем диспетчер задач. Повторяем алгоритм, запуская новый процесс через модальное окно. Но в этом случае нам понадобится команда strum-x. Эта команда запустит системную утилиту восстановления, которая позволит выбрать точку отката, что позволит вернуть состояние компьютера на дату и время создания точки. Не обязательно создавать точки отката самостоятельно. Windows делает это автоматически, как только пользователь устанавливает программы, влияющие на систему, обновляет драйвера и так далее. Процессор strum-x, аналогично Explorer. Текст можно запустить и через командную строку с правами администратора. Такой способ позволяет восстановить рабочий стол даже тогда, когда файл Explorer. Текст поврежден, удален, изменен. После отката обязательно проверить систему на наличие вредоносных программ, так как существует большая вероятность, что проблема кроется именно в них. Работаем с реестром. Реестр – база данных всех параметров, присвоенных системе. Именно здесь в первую очередь прописываются все вирусы, меняя значения и приписывая пути. Конечно, можно загрузить последнюю удачную конфигурацию или откатить систему, однако если устройство запускается в штатном режиме, но без рабочего стола, то быстрее все проверить самостоятельно. Запускаем редактор реестра. Сделать это можно через диспетчер задач или командную строку. Достаточно просто ввести режим. Текст. Переходим по пути. В Keylocal Machine Software Microsoft Windows NT Core and Version Win 11 нам нужны лишь два параметра Shell и Usernit. Их значения, соответственно, должны быть Explorer. XSYN Windows System 32 Usernit.
текст-пусть может меняться в зависимости от диска, на котором хранится операционная система. В качестве предосторожности перед манипуляциями с реестром рекомендуется делать резервную копию на стороннем носителе, флешка или диск. Так, при некорректном изменении значений, можно легко восстановить прежнюю копию и начать все заново. Окончательная подчистка компьютера. Как только Windows загрузился, а рабочий стол не исчез, можно начать подчистку системы, которая позволит окончательно избавиться от подобного казуса. Загружаем на внешний носитель антивирус новой базы данных. Ищем в интернете файл под названием Explorer. Текст скачиваем и закидываем его на флешку, где находится антивирус. При помощи последнего проверяем компьютер и удаляем все подозрительные утилиты и файлы. Ищем на компьютере Explorer. Текст-поиск осуществляется в разделе, где установлена операционная система, и меняем его на файл, скачанный в сети, предварительно проверив его антивирусом, перезагружаем устройство. Не исключено, что не работает удаленный рабочий стол Windows по причине сбоя видеокарты. Не забудьте после перезапуска обновить видео и аудиодрайвера. Восстановление рабочего стола – процесс нетрудный и достаточно быстрый. Наиболее сложными процедурами будут поиск причины пути их решения и окончательная подчистка компьютера вручную или специальными утилитами. Источник HTTP Master Service 24 RU 171 пропал рабочий стол Windows 7. HTML пропал рабочий стол Windows 7, что делать и как восстановить? Есть вопросы? Звоните плюс 38 097 920 8523. Или заходите на сайт UIB.ua. Увидимся в следующей презентации.